Всем привет! В этом видео мы расскажем об особенностях катания на моноколесе зимой. Будем кататься по снегу, льду, посмотрим, какие будут у нас проблемы. Как поведет себя аккумулятор? Вообще, можно ли кататься зимой на моноколесах? Ну что, погнали туда, где много снега, мороз и солнце! Видимость сегодня очень плохая, но уже даже сейчас понятно, что моноколесо отлично ведет себя по снегу, и можно развеять первый миф о том, что на моноколесе кататься зимой нельзя. На моноколесе зимой кататься просто идеально. Если у вас одно моноколесо в семье, это абсолютно не означает, что вы не можете развлекаться с ним всей семьей. К примеру, сейчас мы будем кататься с горки втроем, можно вчетвером, используя моноколесо. Я буду катать детей, поднимать их в горку. Ну, в общем, мы будем хорошо проводить время в этот замечательный солнечный день. Катались хорошо, но колесо разрядилось. Кстати, имейте в виду, зимой моноколеса все же быстрее разряжаются, чем летом. Сегодня я проехал около 5 километров, хотя летом по асфальту я проезжаю больше 20 на таком же колесе, на Solo Wheel Extreme. От чего это зависит? Естественно, это зависит и от температуры. Если вы летом по асфальту проезжаете 20, то зимой по асфальту вы проедете 15. Если вы поедете не по асфальту, а, например, вот по такой поверхности, как я сейчас езжу, по снегу, я еще и с детьми ездил, катал двух детей, то это расстояние упадет значительно. Поэтому у меня получилось 5, а не 20. Ну что сказать, ребятки, катание зимой на моноколесе – это свое ни с чем не сравнимое удовольствие. Если вам нравится зима, если вам нравится снег, не теряйте время. Катайтесь на моноколесах зимой, они отлично едут по снегу.
А, к слову сказать, вот эта модель Soloville Extreme, у нее 2,5-дюймовая покрышка, и с помощью нее оно отлично, просто идеально идет по целине, по снегу, ну плюс увеличенный радиус тоже что-то дает. Но в целом любое моноколесо отлично едет по снегу, и вы можете кататься по снегу, по льду круглый год, в том числе и зимой. Подписывайтесь на новое видео, скоро выйдет новое видео о путешествии во Францию. Пока-пока!